Я вас приветствую, дорогие зрители. Сегодня я нахожусь в районе Тосмур. Здесь продается 1 плюс 1 под ключ. Подходит под ВНЖ. Зеленая большая территория. Около речки. До моря здесь 550 метров. Это максимум. Вы уже будете находиться внутри моря. Песчаный пляж, подземные переходы, рядом есть вся инфраструктура для жизни. Я сам здесь проживаю на этой улице, можно сказать, что 100 метров отсюда. Вот. Сразу снял квартиру, но посмотрите до конца. Зеленая территория, я сейчас выйду также к речке. Юго-западная, южная сторона, юг и юго-запад. Большой балкон. Квадратных метров здесь минимум 48, полезная площадь. Балкон, потому что был большой, который я вам уже показал. Еще раз покажу. Вот. Нормально большой балкон. Где-то здесь 10 квадратных метров. Полезная площадь. Статуэтка. Холодильник фирма Арчелик вроде. Видеть. Заезжай, живи, все есть для жизни. Вот. Нормальный холодильник. Эско у нас плита, вытяжка. Бека. Вытяжка Бека фирмы. Духовка. Профила посудомойка есть. Бека. Микроволновка, самой кондиционер. Надо поменять на инверторный. Вот такая гостиная, совмещенная с кухней. Здесь прихожая. Один из выгодных предложений в моем портфеле. Аристон у нас накопительный бойлер. Профило стиральная машинка. Душевая кабинка тоже нормальная. Так. Спальня где-то 13,5 квадратных метров, полезная площадь. Нет, даже 15, скажем. 15 там большая зона. Еще кровать. 15 минимум полезная площадь. Еще встроен глубокий шкаф. Да. Выход есть на балкон? Да, также есть выход на балкон. Просто они не пользуются. Шкафчик поставили. Хорошая квартира за свои деньги. И локация. Не закрываем ролик. Показываю локацию, территорию. Вот такое лобби здесь внизу. Можно велики поставить. Есть лифт. Вот он. Айдак был 250. Сейчас, мне кажется, стал 400 лир или 300. Также выход, прямо выходите к речке, а также к садику. Да. Рядом есть это как бы фруктово-овощные магазины, сеть магазин Бим, Шок, 101. Одна из хороших локаций района Тосмур, а также, как многие знают, что Тосмур вот около речки Дим, это золотая середина Алании, отсюда близко поехать в сторону Каркаджака, Махмутлара, а также в центр города. И туда близко, и сюда близко. Фруктовые деревья много здесь. Вот гранатовое дерево, у нас инжир, авокадо, зона беседка, виноград. Вот. Кстати, успел. Виноград. Попробуем. Да, вкусный. Большой бассейн.
Большой, огромный. Даже банановый куст есть. Оливковые дерева. Можете собирать оливки, фрукты, вот гранаты. Алло. Санузел прямо здесь. Мушмула. Одно из моих самых любимых мест в Алании. Сейчас вы, кто не смотрел ролики мои, вот сейчас вы поймете, что я имею в виду. Выйдем к речке Дим. Вот прямо около проекта есть такой ресторанчик у речки. Здесь набережная реки, расстояние где-то 900 метров. Ой, какая красота. Смотрите, смотрите. Цапля или аист, кажется. Ага. Вот эта зона прямо ведет к подземному переходу, к песчаному пляжу района Тосмо. Посмотрите, какая красота. У нас в районе Тосмар. Это речка Дим, вид на горы. Тут есть курочки. Дядька держит. Можно у него яички покупать. Утки есть, гуси есть. Также есть рыба в воде. Можно непалено ловить удочкой. Так. Пляж я уже не буду показывать. Вот там мост. Видите, да, что машины проезжают прямо после этого моста. Вот глазами этот мост видно вот так сейчас. Песчаный пляж, подземные переходы. Дорогие зрители, цена этой квартиры 103 500 евро. Айдат вам сказал. Состояние дома 550 метров максимум. Подходит под ВНЖ. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Не забываем ставить лайк, подписываться на наш канал и написать какой-нибудь комментарий. Те, кто смотрит ролик, который проживает в этом районе, напишите плюсы и минусы, если они есть у этого района. Всем пока-пока.